Здравствуйте, я Гук Мария Евгеньевна, ведущий специалист по спорту. Сегодня, уважаемые зрители, мы берем интервью у нашего земляка Абрамова Евгения Леонидовича, который является бронзовым призером чемпионата мира по борьбе самбо среди мастеров. Добрый день, уважаемые зрители. Я работаю тренером-преподавателем в кошках уже как 20-й год. Ну, у меня у детей результаты тоже есть, призеры России. Я сам начал среди мастеров выступать уже в 9-м году. В 9-м году я был 13-й год чемпионом России, становился среди мастеров. Потом на чемпионате мира выступал в Каунасе, 3-е место занял. В прошлом году в Болгарии 2-е место занял, был обладателем Кубка мира и в финале повредил руку. В феврале этого года оперировалось плечо. После операции на чемпионате России я выступал, 6-е место занял. И поехал на чемпионат мира в Грецию, где стал 3-м призером чемпионата мира среди мастеров. Ну, все участники, то есть мои соперники, знали, что мне операцию делали на правую руку. Значит, знали мои слабости, но все равно я смог свое доказать и стал бронзовым призером. Выражаю огромную благодарность за оказанную помощь на поездку на чемпионат мира в Грецию главе администрации Титову Виктору Николаевичу, директору ГБУ СОЖ села Кошки Бимбиетеву Борису Петровичу, генеральному директору РАИПО Харитонову Николаю Петровичу.